прямым курсом сюда. К своей? А к кому? К моей любимой солнышке. Она ничего не будет ругать? А что она мне будет? Я ж плохого ничего не делаю. Ну, в принципе, да. Молния. Да? Дождь ебанет, походу. Всем здорово, друзья мои. Едем потихонечку. Олег вот под девяточкой. И к своей любимой под бачок. Скажет, теперь изменился, блин, переоделся. Все, Олег. Держи марку теперь, да, и прическу на волтонь нормальную. Ничего, все будет нормально. Губы накрась, скажи, чтоб ходила там с иголки, ебя на меня. Все будет тик-ток. Вот так. Вечно холостым никогда не будешь. Все верно. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну да. Там корову заведете потом. Поросяток. Нет, сначала надо обжиться. Обжиться. Потом. Гараж есть? Гараж есть. Машину купите, ёпта. Там под две машины. Да ты что? Это Олег попал как сыр в масло. Или как там говорят? Сыр в масле катаешься, а слон будет обижаться. Вот так вот. Пойдет. Поговорка есть такая. Батя с матерью не против, да? Нет, все нормально. Приводил домой уже, все, знакомил. Естественно, если не приводил бы, они бы давно бы не искали, обзвали тебя или меня. А то все знают, да, ты там на месте. Ну, ты видишь, молчок везде. Ну, молодец. Давно пора. А я им сказал, я говорю, мне не 5 лет, блин. А то что спрашивают со Светланой, что-то не сложилось у Олега или что, я даже не знаю. А я же ей звонил тут раз, предала, она тебя тоже жалит. Ничего не говорила. Ничего? Чего ты ее наплел? Этот раз. Даже мне этот вызов в телефоне остался этот. Я сейчас в 12 часов ночи я ей звонил. Дозвонился все-таки. Че, говорит, приезжай? Говорит, приезжай. Вот сначала говорит, нет. Потом говорит, ладно, приезжай. Я решил. И тут вот. Как раз. Новая любовь. Тут-то рядышком. А туда ездить надо. А туда, да. Ага. Ты на попутках, то еще. Ты что-то поразмыслил и подумал. А тут вот, чего тут? На велосипед прыгать. 2 локтя по карте. 2 перекрестка проехал и на месте. Хуйня дела. Ерунда. Ну, не за 10 километров уже ехать. А у нас все, пивники закрылись все, да? Пиво хоть. Вообще закрылись все. А есть там где пиво? Да. Давай копнем. Ну. Ну. Вперед. Давай. Смотри, там не набултыхает. Да вытаскивай ты его с пакета хороший. Да ну не нахрен. Ерунда. Попадаться к нему вдвоем сразу. Никуда мы не попадемся, Олег. Имеем полное Шеф, право. Саня, а у тебя ой, блядь, вот это ты напшикал, блядь. Резко открывай пробку. На, открой, помоги, я же одной рукой не открою. Все. Может быть. Это восьмерка, она как девятка, да? Примерно так. Как империал. А, как империал, послабже девятка. Только она помягче вот эта. Чем девятка? А, вот это уже лучше. Всем здравствуйте, друзья. Здоровья вам всем, благополучия, удачи, любви. И самое главное, чтобы у вас было денег побольше. А в итоге, самое главное, самое, какое у нас ценится, это любви.
Любви, да, Олег, скажи. Любви все возрасты покорны. Твоя супруга тебя старше лет на 10, наверное, да? Все. Старше на 10 лет тебя супруга, да? Мне на 8. На 8? На 9. На 8. Ну, не 44. Ну, смотри. Кого? На год тебе младше. Младше меня на год, считай, да. 44 ей исполнится. Сейчас 43 ей. Так уже 44 в этом месяце. Вот будет 18. Ну, это уже 44. Ну? А тебе 36. 36. Ну и что, 8 лет разница. 8 лет разница, все правильно. У меня с математикой вроде пока не так. Соглашаюсь, соглашаюсь. Я не так посчитал. А у меня отец, мать старше на 8 лет. Да? Вот такая вот и разница, да? Да. Ну и нормально. Тут ничего такого нету. Вот сверкает. Молния. Угу. Сейчас. Вот покажи, вот подержи ее, вот, вот сейчас она сверкает. Да, а если не сверканет? Мы возле музыкальной школы, друзья. Заседаем. Вот, тут рядом. Рядышком. Далее. О, гром гремит, земля трясется. А пивнушка скоро затрясется. А вот фикс-прайс, где Олег работает. Вот, смотрим. Вот красненький, да. Вон, видишь, Сань? Завтра здесь будет? Иди. Вон, видишь, стены начали разбирать? Ну-ну. Уже сняли. Завтра их не будет, этой стены. Разнесете? Да. Только за завтра? Мне кажется, вам тут неделю колупать. Что ты говоришь? Быстро сделать? 5 секунд. Да? Демонтаж называется. Правильно говорю? Аккуратно все. Все будет тип-топ. Все будет как надо. Всем доброго здоровья, друзья. У нас выходные. Еди как там. Имеем полное право. А? Вон, сверкануло. Вон, опять сверкает. Еди как дела там. Завтра дыня будет болеть с этого крепкого пива, походу. Крышки закрывай, а то выдохнет. Ну, я что и говорю. Ну, не нести же пакет, блядь, до дома. Ей хватит, она все равно пиво не пьет. Покрепче что? И покрепче. Сейчас, если найду, наклад беру сразу. Спрячу. Скажи, все, хорош. Ведем, скажи, здоровый. На утро, если найду, вот так вот, стаканчик. Никаких похмеляторов. Нет, стаканчик, хватит, чтобы отошла. Стаканчик. А это? А это в этот, в ведро. Я знаю, в унитаз. Куда. Я знаю, куда. Она пригодится на черный день. Да спрячь, сам ёбнешь потом. Когда захочешь. Нихуя, она помнит. Помнит, да, сколько было? Не наебешь, да? И не просилась потом. Они бабы какие, блин, такие, блин. Злопамятные. Ага. Смотри, чтобы она тебя не прикокошила там ночью. А то он тебя на пику посадит там. Или я ее. И все. На пику. Или бику. Перышко под ребрышко, Олег. Смотри. Знаешь, когда под ребрышко. Не дай бог, никакой, никакой бытовухи. Блин, ты тоже, блин, сказанул, блин. Не, ну ты аккуратней все равно. Не исключай этот случай. Дай, дай, дай. О, кошка тоже, блин, на это вышел. На ледоход. Киса. Где она? Вот она.
О, и как раз молния, видел? Не твой кот, Олег? Нет. Что же, у вас там кот есть или собака? У меня овчарка, немка дома. В вольере. В вольере? Да. А там у супруги? А там дворняжка. Есть, да? Ну, маленькая. Как зовут? Блин, скажу, не поверишь. Боба? Нет. А как? Лысый. Лысый? Хорошая погремуха собаки, пойдет. Че, он совсем куцый лысый? Кобель. Шерсти нету? У него, короче, на голове как у льва сделан, а тут... А тут лысо. Без, и куцый, без хвоста, как бы. Ну, интересно такой вот выглядит. Угу. И росточком, ну, где-то вот такой вот. Ну, ты как уже к нему? Нормально? Не знаю, мне признает сейчас. Признает? Не лает? На чужих кидается. Не кусает? Чужих кидается. В дом пускает? Меня, да. Но он на улице живет. А-а-а. На цепи. Ага. Ты хоть хавать ему там даешь? Там цепь. Вот так вот. По двору? От калитки до жрать хоть даешь ему? Естественно, ни хрена себе, блин. Мы-то хотим, а они почему нет? Угу. Не забывай, Олег. Надо котеночка вам еще завести. Я хочу, блин, это. Породистого какого-нибудь, Олег. Нет. Чего ты хотел? Ну, я надо узнать, сейчас просмотрит в интернете, блин. Что именно? Карманное списание такое есть. Котенок. Карманный котенок? Ну вот декоративный вот. Маленький совсем. Да. О, блин, маленький. А что они тебе, менты, Олег? Пусть едут. Приезжали они. Приезжали? Ты, блядь, вообще нихуя ничего. Ничего не захерил? Нет. Я на работе как раз был. И к нам домой приезжали. Это по поводу Сашки, похоже. Санек там что-нибудь фестивалит? Скорее всего, наверное, я не знаю. Но Саня... я знаю за себя, я точно уверен. Саня не пьет ничего? Да и еще не видел. Не было, да, замечен? Ну, хорошо. Что же он варит сварки что-нибудь? Да. Делает? Вот ты хотел увидеть, тебя спрашивали вот эти подписчики, телефон. Ага. Я его включил, показал, блин, все как. Ну, конечно. Разобрался. Они теперь довольны. А то подумали, что ты пропил его уже. Нет. Ну теперь-то понятно, что нет. Я-то его берегу как огня. Что там, музлон есть какой? А мне радио вот так вот. Хватает? Хватает. Включай. Зарядка. Садится? Села. А, совсем села? Часто заряжать. Да. Айфоны часто надо заряжать. Заметил, вот. Да? Да. Быстро заряжается. Ну, зато техника хорошая, Олег. Я считаю, пока, наверное, из самых лучших. Не знаю, мне хватает. Из самых лучших айфоны. Мне один. Тоже, друзья, давно на айфоне, поэтому топим за айфон. Не знаю, как кому, ну, мне нравится. Вот он у меня. Правда, зарядка села. Ты в чехле так и носишь? Да, все как положено. А сейчас попробуем включить его. А что же его включать, если он разрядился? Не, он покажет, что зарядка. О, сразу. Зарядка села. Сейчас приходи, ставь на ночь на зарядочку. С утра уже будет заряжен. Да? Вот я заряжаю, вот мне на звонки хватает. Если не лазить там в Ютубе, вот это видео не смотреть. Ага. Вот видео просматривать, это
Ну, там радио может послушать. Ну, на радио дольше хватает, чем на Ютубе. Ютуб хавает, да? Хавает. Хавает. Гигабайты. Вот так на звонки мне хватает на ровно трое суток. Не заряжать? Не заряжаю. На Ютубе полторы сутки. А на радио двое суток. Вот я заметил разницу. Да ты что? Ну как заебись. Вот так вот. А у бати с матерью есть тоже Ютуб? У отца есть. Отец смотрит? Да, тоже проглядывает. Что ж он себя видел, как он на гармонии играл? Нормально? А там и я тоже есть на гармошке. А, и ты на гармонии играл, да. Ну, понравилось? Да ништяк, да. Что они там, подписчики, сказали? Сказали вообще охуенно. Они просто не ожидали. Вообще зачет. Олег капитальный. На все дуды. На все руки. А мы вот, друзья, яблочки. Я все могу. Да пиво. Олег работящий, базара нет. Я соглашусь, Олег, с тобой. Что ты пахарь еще тот. Вчера этот Торчак вышел с этого, с покупочки. Гарнитура? Выходит такой ни с того ни с сего. Ага, как дал, блин, на это. Люди так смотрят, говорят, и показывают в машине там люди. Говорят, ты чё, блин? А он на чём? Придурок, что ли, типа того. Уссался над чем-то, да? А? Ну, я не знаю, что он там вспомнил, но ни с того, ни с сего. И пошел. Потом Вадим Иванович с ним встретился. Вот они как разговорились там. Мы недолго там слушали их. Надоело их не разговор, конечно, слушать. Мы уехали потом. А ты с кем был? Я? Да, с Анатольевичем. А. Всем бонжур вечерний. Девушек красивых. Кого не видел? Ласковых имен. Песня, Аля. Да, есть. Наизусть песня. Помнишь какие-нибудь песни, да? Ну, и кое-какие, да. Какую? Любимая какая песня? Самая любимая твоя какая песня? Какая на языке постоянно вертится, Олег? В голове у тебя сидит постоянно. Ну, из популярных. Ну, любая, таких. Какая нравится. А, Олеган? Там много. Самая любимая какая? Сектор Газа. Сектор Газа? Зачет. А именно какая песня? Ява. Ярьев, ты гордый моя раздела. Ты помнишь, как там поется? Сейчас я тебе не могу напеть. Если, блин, сейчас я раз-два прослушиваю. Мне на днях исполнилось 16 лет. Захотел я двухколесный драндулет. Я к батяне подошел, сказал, купи. Ты на Яву мне кусочек накопи. Мой папаня был хронический алкаш, но на счастье на него напал поблаж. Он в квартире всю посуду пособрал. А? Так? Ну да, вроде того. А припев помнишь? Я не решал. Уа! Точняк, Олег. Тихо, вот мне. Сектор Газа, друзья, рулит. Воронежу всему привет. Капитальный, особенный. Челябинск, Уссурийск, привет всем. Во-во-во. Всем городам. Новочеркасск, привет. Пишите, друзья, кто с какого города. Всегда приятно услышать. Также не забывайте про все наши остальные соцсети. Все ссылочки здесь в описании, в шапке профиля. Инста, телега у нас активная. Там ставим параллельно тоже.
Ну и YouTube, конечно, здесь. Ты мне открываешь? Да. Вообще зачет. Город Тула. Будь тоже добру. Привет. Туле привет, Олег передает. У тебя родственники где живут, ты говорил? Туле, Латвия. Латвия? Какой город? Латвия. Республика Латвия. Нет, Олег. Такой не республика. Я хотел совсем другое сказать. А получилось, это мне выскочило. Город какой в Латвии? Город Латвия. Город Латвия? Да. Город Латвия. Может, страна? Нет. Город сам Латвия. Город Латвия. И какой город? Вообще-то там есть Рига, Краслава. Ты где жил? Я в Риге. В Риге? Да. Ну, привет, Риге, давай запили, что ты смотришь? Рига, привет, Латвийской Республике. Удачи вам, друзья. Я сам с Латвии. Олег Латыш. Живу здесь сейчас. Сколько живешь тут уже лет? 4 месяца мне было. Как мы сюда приехали. Ну, считай, капитально ты въехал. Последний раз я ездил туда, мне было 5 лет. Больше ты там не был, да? И больше нет. А потому что мне визу надо. Там сейчас через таможню не проедешь. Ну, теперь уже да. А так, я думаю, все наладится, сорвешься когда-нибудь, рванешь. Да элементарно. Я хоть сейчас готов, блин. Там у меня и братья, и сестры. Есть, да? Есть. Полный родственник по матери. Двоюродные? Двоюродные, троюродные. Должны с тобой связаться по интернету, Олег. Ты хоть напиши там. Да пусть напишут. Писать. Всем, друзья, огромное вам спасибо, кто с нами. Вот это да. Чтобы... у вас было все хорошо и удача, а самое главное – счастье и здоровье. А любовь? Ну и любви. Любви, конечно. То же самое. Любви такой, как у Олега. У Олега сейчас медовый месяц у вас, да? Пока да. Вы же недельку, да, уже? Как вместе, да? Неделя. Неделя. Вот неделя, да. Отмечаем. Олег, неделя. Новая семья. Поздравим молодоженов. Даже можно и обвенчаться, если захотеть в церкви. Батюшка вас быстренько обвенчает. Это уже все по-серьезному. Я понимаю. Ну, а по-свободному никто же не будет. Все. Я тебя понял. Пусть фамилию берет тоже за Волокина будет. Никакая она не Прояева. Никакая она не Давыдова. Играй гармонь. Играй гармонь. Гуляй да пой, казачий дон. И погнали. За Волокина Марина. Он, Сань, даже и то убедился. Он не верил, что я на гармошке. На гармошке лобает Олег, да. Есть там и в Ютубе ролики, и в Инстаграм я оставил. Найдете. Под шашлычком как раз мы. Это на мое день рождения, по-моему, да? Или, а, не, на Сашкина. На моего брата день рождения. На Санькова. Я ему забацал там. Кое-что. Нормально, да? Салют бахнули, как положено. Да, и салют взорвали. Там салют как раз этим временем. Уж салюты вы любите, я знаю. Олег никогда не пропускает ни один праздник. Без салютов не обходится. Ты привез как раз Сашке в подарок. Угу. Салют. На сколько? Я не помню, на сколько там залпов было. 50 выстрелов, по-моему. Я не помню, сколько да, было. Да, по-моему, 50 было. Или 49, или 50. Что-то такое.
Ну, запустили бы вообще. Классно было. Аж там слышали, блин. Видели, слышали, да? Ну, 150 метров в высоту летит. Как ты думаешь, увидите или нет? Да я думаю, конечно. Весь район видел. Все слышали. Сейчас станица гремела, говорит, у профессоров там опять какие-то праздники, блядь. Она и так гремит, когда праздник. Баян рвут, меха, колонка, да. Играла, блядь. Колонка, меха рвут на баяне. Ну и салют уже, это традиционно. Пиу, пиу, пиу. Полетели. Ну, что было, то было. Че ж ты свое устраивать на работу, никуда не собираешься? Почему? Надо бы, Олег. По Колымам. Подыскую сейчас пока. По Колымам бери с собой ее. Будет с тобой тут тоже наравне пахать. Не хочет она пока. Не хочет, да? Вот на постоянку, да, бы она сейчас ушла. А у нее пенсия или что? Откуда дохода? Ну, получает за что-то, значит, есть. Получает за что-то? А за что можно получать? Ну, я не знаю. Не могу, брехать не больно. Не спрашивал. Ну, главное, хватает. Мне, все остальное похуй. Карман чужой не нужен. Ну да. Лишь бы в своем шуршало. Ну да. А у Олега в своем шуршит. Олег всегда пашет. Работа и находится моментально. Моментально, да? Что-нибудь каждый день кому-нибудь что-нибудь. Да мне надо. Стоит только вот, вот сейчас выйти и все, и они тут. Что-нибудь кому-нибудь надо обязательно. Кому... Вот, и сегодня я вышел, не успел вот сюда вот так вот пройти. Ага. Остановится семерка. Поехали, говорит, поможет через забор перетащить. Туалет просто перенести вот так. Туалет перенес, он мне хуяк пятихаточку. Сразу. Вот она. Опа, она лежит у меня в кармане. То ли в сельсовете ходить в парк, блядь, окучивать, да? Нахуй он нужен, да? Там сколько была зарплата? 17 тысяч, да, ты говорил? Ну, 17-17,5. А здесь? А здесь мне выходит под 40 почти. Вот за и вот и думай. Надо ли все это кому или нет? Ты молоток, Олег. Кто хочет, тот может. Вон Жень Холанского, когда помнишь, здесь жил? А чё ж не помню. Всех знаю, всех помню. Вон в Ораде. Он в Ораде такие деньги даже не зарабатывает, как я. Говорит, пошел, говорит, на работу. Он лодырь, потому что. 27 тысяч, все, это предел. За месяц? Да. Совсем хуйня. А наяривать в поте лица? За троих. Ну, их там двое, говорит. Вот тебе, пожалуйста. А в Москве, блин, вон, поехал правильно, они, блин, посидели в компьютер, посмотрели в этот монитор, 2-3 раза вышли на улицу. Кнопочку нажали? И все, вот она тебе зарплата. В Москву не думал рвануть? Нет, пока не хочу. Здесь мне хватит. Здесь пока неплохо. Здесь как в Москве, да? Здесь такие же деньги тут зарабатывают, чем как там. Зато дома. И дома, блин. Все правильно. А то там и те... со своей родной. Тебя там звали своей... на вахту, я сказал, что ты не поедешь, скорее всего. Правильно сказал? Да. А смысл ехать, когда я здесь такие заработаю? Саня, оставь партию. Да пожалуйста, Олег, чего ж ты молчишь, что раз не сказал? Тут сигарет новый. Ну что, сейчас надо разбег мочить туда-сюда. Сейчас вот это уничтожим. Укокошим? У кокоша называется. Их любимый подбачок. Опа. 12:00. Ну все, друзья, свет потушили. У нас тут тухнет свет. В 12. 12 уже, да? Да. А почему Ровно Олег здесь тушит? Выключает. Почему тушит свет? Ты в сельсовете работал, ты знаешь? Потому что там стоит фотореле. И? Сейчас 12 только минуты исполняется. И все, и она тухнет. А почему? Энергия, связь. А нахуя тогда фонари нужны вообще? Зачем они нужны?
Чтобы они не работали? Чтобы люди прошли все по домам после работы. А, и все, да? Да. Хватит, и спать все легли. Да. Ну, в принципе, пойдет. Друзья, ну все, мы дококашиваем тут. Пивандос. Сегодня выходной. Имеем полное право. А вот камера загорелась. Видео. А, ну, пусть смотрят. Всем доброй ночи, друзья. Доброго времени суток. Спасибо, что с нами. Всегда всем рады. А, Олеган? И вам, друзья, всего хорошего, всего отличия и спокойной ночи всем. Чтобы у вас был сладкий сон и удача. Будь добру, друзья.